Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать вновь на Флагман ТВ. Меня зовут Максим Мастерцов, и это рыболовные фишки. Сегодня я решил с вами поговорить, вам рассказать о моменте ухода за снастями. Вот на дворе лето, вода практически на всех водоемах уже цветет, на некоторых только начинает, на некоторых уже в полную силу. Именно в этот момент стоит обратить особое внимание на чистоту колец вашего спиннинга. Многие жалуются, я читаю многие отзывы: вот я купил шнур, отрыбачил 3 рыбалки, и вот он весь поворсинился, и он весь пришел в негодность. Я говорю: ты кольца чистил, на кольца смотрел, и человек: да, вот кольца, и мне прислали фотографию, а там невероятно грязные кольца. Обращайте на это внимание, кольца — это очень важно, чистота колец — это долговечность в первую очередь вашего шнура. Делаю я, чищу кольца, они каждую, там, не после каждой рыбалки, а примерно там раз в 4-5 рыбалок чищу кольца. Ну, просто посматриваю, когда вот вижу, как они загрязнились, чищу кольца. Сейчас мы подробно поговорим об этом, как это делается. Все это очень просто, не требует каких-то дополнительных всяких умений. Вообще, есть вот такая специальная штука, она у меня тоже имеется. Это чистилка для колец от Fuji. Fuji делают кольца, и по-моему они сделали специальный вот такой вот ёршик для чистки колец. Чистит он очень просто. Мы намочили наш ёршик и просто взяли вот легким движением руки, почистили наше колечко, и все. Оно абсолютно, можно сказать, чистое. Протерли это место, и все. Чек рыболовит, а я снимаю. Протерли это место, и все. В принципе, все очень просто. Но эта штука стоит денег, и в принципе она не совсем нужна. Я ее купил. Была хорошая цена, хорошее предложение, скидки, акции. В общем, когда-то купил ее, и она у меня валяется, но не всем она нужна. Вообще, в простонародье все используют вот просто обычную ушную палочку. Вот обычная ушная палочка подходит лучшим образом. Просто точно так же смочили ее в обычной воде, без всяких там средств, там порошков. И просто с одной стороны ваше колечко протерли, и с другой стороны. Все, вот на ушной палочке видно, насколько оно было грязно. И так просто каждое колечко прошлись, почистили. И все. Почистили, и оно чистенькое. Если же у вас, например, там карповое удилище, вдруг карпятники нас смотрят, либо же у вас на спиннинге большое входное кольцо, для этого я использую вот такой вот ватный диск. Просто то же самое намочили, смочили его, и это же наше колечко обхватили и аккуратненько почистили. Все, обычная вода высохла, и все чисто. На этом все. Все очень просто, как всегда, но это очень полезная штука. Всем спасибо, кто был с нами. С вами был я, Максим Мастерцов. Подписывайтесь на Флагман ТВ, будьте с нами и ждите очередных рыболовных фишек.